Двое сотрудников РБК «Новосибирск», не считая кошки, решили отправиться в путешествие на стареньком автомобиле, чтобы снять специальный выпуск проекта «Марштур» под названием «Едем по Сибири». Мурашки просто бежали по рукам, бежали по спине. 6500 километров, прогулки по сибирским городам и необыкновенная, завораживающая своей красотой природа. Первый город, который мы клеим, это наш город Новосиб. Выпила байкальской воды прямо из озера, говорят, ее можно зачерпывать и просто пить. В сознании возникают картинки истории. Давайте окунемся в лето вместе. Смотрите спецвыпуск проекта «Марштур путешествия» в понедельник и четверг в 21.00, в среду в 18.00 и в субботу в 20.00 на телеканале РБК «Новосибирск».